Привет, мои хорошие! Для приготовления этого вкусного салата нам понадобится один кабачок весом 300 грамм. Кабачок промываем, отрезаем попки и нарезаем кубиками 5-7 миллиметров. Всего 3 продукта, а так вкусно! Готовлю, пока не закончатся кабачки. Если вы не знали, что приготовить из кабачков, этот рецепт просто находка. Кабачки не жарю, не пеку. Легкий рецепт – кабачки с чесноком. Блюдо готовится из простых и доступных продуктов, дешево и полезно. Салат «Копейка». Еще никогда не было так просто приготовить закуску из кабачков. Легкий летний салат на каждый день или к праздничному столу. Отправляем кабачки в миску. Заливаем 1 литром кипятка. Добавляем 2 трети чайной ложки соли. Перемешиваем и оставляем кабачки на 10 минут. Затем кабачки откидываем на сито. И промакиваем бумажными полотенцами. Отправляем кабачки в миску и даем им слегка остыть. А тем временем займемся остальными ингредиентами блюда. Нам понадобится 3 зубчика чеснока. 1 чеснок очищаем. 1 чеснок. И мелко измельчаем к кабачкам. Дорогие мои, для меня очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Я буду вам очень благодарна. Приглашаю вас к общению в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Также по желанию в салат можно добавить любую любимую вашу зелень. У меня сегодня 1/2 пучка петрушки. Петрушку мелко нарезаем и добавляем в салат. И 3-й основной ингредиент блюда – 1 плавленый сырок весом 70 грамм. У меня со сливочным вкусом. Плавленый сырок нарезаем кубиком по размеру кабачков. Добавляем плавленый сырок в салат. Добавляем 2 столовые ложки майонеза. Хорошенько перемешиваем. По желанию салат можно досолить и поперчить. Мне достаточно соли в сырке, майонезе и кабачках. Легкая, быстрая, вкусная закуска из кабачков готова. Даем ей настояться 1/2 часа в холодильнике и подаем к столу. Вы больше не будете думать о том, как приготовить кабачки. Блюдо из кабачков еще никогда не было таким простым. Бюджетный рецепт на скорую руку. Летом очень часто готовлю салат из кабачков. Витаминный салат для правильного и здорового питания. Легко, вкусно и полезно. Этот салат из кабачков сметут первым со стола. Такие кабачки вы еще никогда не ели. Очень вкусная закуска из кабачков. Готовить дома легко, просто и вкусно. Смотрите также вот эти мои рецепты. Я вам желаю приятного аппетита, хорошего настроения и всего самого наилучшего. Готовьте с удовольствием. Пока-пока.